Ой, это... Слава лично, благодарю. Знаете, дело в том, что по новейшему, я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Понимаете, дело в том, если, ну, приняли такое решение, я просто хочу сказать нашим болельщикам, если уже приняли это решение, то не нам судить, хорошо или нет. Мы должны очень под это подстроиться. Я бы просил бы болельщиков вернуться на трибуны и помогать, в общем, наверное, команде. Почему? Потому что поддержка их мне очень нужна, ребята, сейчас, тем более в данный момент. Ну, надо найти, да, я не говорю, что это легко, это тяжело, да, но найти какие-то способы вернуться, поддержать свою родную команду, я считаю, что это...